Привет всех зрителей, подписчиков канала, а также гостей, пришедших для просмотра данного ролика. Мафия 2. Переиздание. Продолжаем. О, почему 2-то? Мафия 1. Сори, Мафия 1, да, переиздание. Продолжаем играть. Ну и, собственно, поехали. Не откладываем в долгий ящик, скажем так. Остались мы в прошлый раз у Сары там. Проводили ее до дома, и она предложила нам остаться. И мы остались. Надеюсь. Нельзя это терпеть. Сара в порядке, босс. Я был с ней. Она работала здесь, когда еще была ребенком. Своей дочери у меня нет, Том. Я на все готов ради этой девочки. Я тоже. И все мы. Точно, босс. Все ради Луиджи и Сары. Я не понял, им здесь странный лунопарк или что? Да я их голыми руками разорву. Мы даем людям защиту. Но кто станет нам платить, если узнает, что мы даже наших близких не можем уберечь? Так что нам нужно делать? Научите их уму-разуму. Переломайте им каждую косточку, сделайте инвалидами, разукрасьте их рожи так, чтобы родная мать не могла взглянуть без крика. И где они торчат? Знакомый коп говорит, что надо поискать Чайна-тауне. Большой Биф явно знает. Томми, зайди к Винни и подбери что-нибудь. Встретимся у Бифа. Да, сделаю. Бросьте эту шваль посреди улицы. Все должны уяснить, что таким озверевшим скотам нет места в нашем районе. Будет сделано, босс. Кто-то из них еще может быть на нашей территории? Я проверю, убрались ли они с района, а ты встретишься с Бифом. Доброй охоты. Да, и тебе. Когда закончишь свиньи, разыщи меня в Чайна-тауне. Понял. Пора разбить пару голов. Что стало с этим городом, Фрэнк? Какие-то типы пристают к Саре на улице. Так вот, хотел сказать, что надеюсь, мы начнем именно с той главы, с которой нужно, потому что я выходил уже, ну ты сам понимаешь, тут они быстро начинаются, блин, эти главы. Ну, все окей, так, пойдем с Винченцо поговорим. Эй, ты за стволами, Том? Не, у меня все есть. Мы с Поли собираемся надрать зад местной шпане. Не хочу их валить на своей же улице. Дай что-то, чем можно голову разбить. Сэм тут недавно навестил один склад, и на них типа автограф самого Бэйба Рута. Это бред, конечно, но бьют, будь здоров. Шпане твоей будет не сладко. Это точно. Спасибо, Винни. Так, ну вот, естественно, я уже забыл все кнопки. Так, найти поле в Чайна-тауне. Ага, даже так. А мы поедем? Или мы должны идти? Ну-ка, подожди-ка. Так, Чайна-таун, а где мы? Мы, наверное, в маленькой Италии, правильно? А, да кого мы? Блин, ну тогда мы поедем. Пешком мы не пойдем. Так, я могу вот эту машину взять?
Ну что бы я мог в дождь? Пошел пешком. Зачем мне это надо, когда есть автомобиль? Радио я выключу, у меня, блин, с одной серии, с первой, по-моему, была, блин, капец, проблема. Я уже записал вторую. Уже ее выложил, она уже обработалась. А первая мне там начала гнать за авторские права, причем там какой-то кусок небольшой, блин, минута, что ли. И пока YouTube сделал так, чтобы не было этих, блин, проблем. Шанхайский бордель. Ну, она мне нравится. Это твоя проблема, Том. Слишком деликатничаешь с бабой. Я, говорит, весь промок. А что ты побежал-то вперед, батьки? Надо же было меня подождать, и поехали бы вместе, блин. Ну так в чем дело? Нужна информация. Тут одни придурки воду мутят. Приставали к дочке Луиджи. Здесь полно шпаны. Есть подробности? Одного харька звать Билли. С ним какой-то наглый болван и громила с лысой башкой. Ага, знаю таких. Они ошиваются на старой автобазе в квартале отсюда. Иногда приторговывают всяким по мелочи. Поэтому мы к тебе и пришли, Бив. Ты знаток в мелочах. За домом перейдите улицу, там их и найдете. Спасибо. До встречи. Эй, Поли, насчет тех денег. Спокойно, мой человек работает над этим. На следующей неделе все будет. Так, ну перестрелять нам их не дадут, да? Нам их скажут. Так, пометелить немножко. У тебя с Бифом есть какие-то дела? Мой знакомый должен доставить партию костюмов. Классных, мексиканских. Ты ввозишь костюмы из Мексики? Нет, идиот. Эти костюмы украдены из магазина в центре. А вот портной мексиканец. То есть бывший. Живет он в Холбруке. А Дон об этом знает? Да, да, он в доле. Только держи рот на замке. Я ничего не слышал. Ты узнаешь эту шпану, когда увидишь. Ага. А если нет, нам просто нужно разыскать в Чайнатауне типов, которые похожи на нас. Мы на месте. Я бы не сказал, что они похожи на нас. Мы одеты-то поприличней. Мы-то, конечно, тоже занимаемся грязными делишками, но, блин, на нас они точно ладно, не похожи. Я захожу и начинаю всех метелить. Ты делаешь тоже. Никакой борьбы. И долго ты его придумывал. Не, это план на любой случай. Лучше зайти в боковую. Так, ну пока мне не дают тут ни присесть, ничего, ни биту достать. Я просто пытаюсь вспомнить кнопки. Говорю, лучше попки я в жизни не видел. О, Билли, это же тот самый парень. Сваливаем. Мне тут помощь нужна! А, левай. А бить-то как? Да ёб твою мать, меня сейчас тут завалят. Он не бьет. Я не помню, понимаешь, я не помню. А как бить? А, все, на ты убить, да? Ну прикинь, забыл как рукопашку. Блин, здесь неудобная рукопашка.
Тихо. Я думал, вообще это мой стоит. Так, ну вот, короче. Давай загружаем последнее сохранение. Ну, просто это самое, понимаешь? Я кнопки вспоминал, да. Блин, уклониться левый альт, это, конечно, такое себе. Вот пушка, это вообще, это другой разговор. Я наверх, а ты там пройди. Ладно, понял. Ты сломаешь ее, нет? Есть еще кто живой? Давайте, козлы! Я его нашел! Ты меня нашел? Он стреляет. Я, блин, не вижу никого. Так, одного вижу. Так, а как лечиться? Ну, прикинь, ну вообще все кнопки забыл. Подожди, надо посмотреть. Иначе будет плохо. Так, настройки, управление. Так, клавиши, рывок, лестницы, укрытие. Блин, ну где? Тут еще он задержать дыхание, смотреть в прицел. Ну понятно, это для этого. А блин, он, по-моему, тут так не лечится, да? Тут надо... Короче, походу тут просто ты находишь аптечки, насколько что-то я такое начинаю вспоминать. Ну а так вообще аптечек я почему-то не вижу. Мне надо взять дробовик.
А, вон аптечка. Ну да, я и говорю, что это. И подсказывает, хорошо. Ну и где ты там? Да ты чё, мать твою? Ёб твою мать, ну ты вообще гонишь, блин, чувак с ножом тебя чуть не уделал. Джонни, пригнись! Давай! Сухи, давай скорее к машине, Том! Блин, я еще машину там так припарковал не очень хорошо. А мы не на своей, да? Жми, нельзя их упускать! Ну поехали, чё? Да нет, что-то, блин, машинка херня. Сейчас они уйдут от нас. Ты видал, чтобы кто-то так же обоссался, как они? Ты присмотрись и увидишь, что у них моча прямо из тачки льется. Да-да-да. Эти придурки пожалеют, что повстречали в своей жизни Сару. Извините, извините. Так, ну давай, 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 давай. Ты тоже там это не сиди, начинай стрелять по ним. Блин, приближаемся, но они все равно уходят потихоньку. Этот тупой баран разбился нахер! Ну, теперь они никуда не денутся. Замочи его, Том. Нет. Нет, не надо. А чё не надо? Прошу. Ты же крутой пацан. Я не хочу сдохнуть здесь. Боже, Том. Ты что, как можно жалеть такую мразь? Он-то грохнул бы тебя без колебаний. Просто стреляй и не думай. Все равно он уже труп. Боже мой, Том, очнись уже.
Забыл, что они хотели сделать с Сарой? Нет. Просто... Эй. Пойдем отсюда, пока легавых нет. Блин, вообще босс сказал не трогать их. Он сказал, ну, в смысле, не трогать, но не убивать. Сказал пока лошматить их просто и все. И бросить где-нибудь в центре. Он не говорил их грохнуть. У меня стрит. Я такая жизнь не по карману. Просто везет. Я еще дам тебе шанс отыграться. Вы с нами, босс? Надо обсудить дела, Поли. Парни, есть проблема. Наш человек из судмедэкспертизы прислал это. Фамилия трупа – Гиллотти. Узнаете его? Да. Один из уродов, которых мы прикончили. И у него в башке оказалась пуля? Да. Наша работа. Ну, копы пусть нам спасибо скажут. Он же насильник, босс. Да? А еще он сын городского депутата. Хотите, чтобы политики пришли к Морелло? Продолжайте убивать их детей. Черт. Это не все. В машине был еще один парень? Да, но он уже был мертв. И кто он? Племянник президента? Двойной в голову, Поли. Любое дело делай до конца. Он выжил? Да, хотя и провел неделю в больнице Святой Марии. Сможет он опознать кого-то из вас? Не знаю. Наверное. Ясно. Так. Мы убьем двух птиц одним ударом. Похороны в храме Святого Михаила. Сэм, ты пойдешь туда, проследи за везунчиком и успокой его. И как я его узнаю? Он похож на человека после автокатастрофы. У него рука сломана. Ищи гипс. Нужно как-то отвлечь их, пока Сэм будет прибирать за вами. То мне надо фитиль обмакнуть. Это бордель? Мужской клуб рядом с храмом Святого Михаила. В последние годы Дон вложил туда немало средств. Мы с Эмом тоже. Однако, хозяин вдруг решил вести дела с мистером Морелло, а не с нами. Я должен напомнить ему об обязательствах? Да. А затем все взорвать. Что? Если Морелло хочет забрать мой бизнес, оставим ему руины. Слушай, Том, мы не можем отправить Поли или Сэма, их там уже все знают. Они не попадут даже на порог. А вот ты пройдешь спокойно. Ясно. Что насчет хозяина? Нужно найти и убить его. Если шлюхи заметят, что ж, будет им уроком. Разберешься с хозяином, поднимись к нему в кабинет. Забери оттуда все документы и деньги. И установи взрывчатку. Винченцо даст тебе все, что нужно. Уверен, что взрыв отвлечет их внимание? Да. Но будь осторожен. Стрелять можно только, когда тебя не видят. Томми, еще кое-что. Одна из девочек сливает Морелло сведения о наших делах. Сначала разберись с ней, а уж после устраивай взрыв. Томми нужно грохнуть девку? Да ладно, Фрэнк. Жаль, что это придется делать Тому, но нужно защитить семью. Ее зовут Мишель. Обычно она работает наверху. Ее фото есть в папке. Парни, вам все понятно? Да. Там. Понятно, босс. Выполняй. Да, ну вот ты, Том, и стал настоящим душегубом. Сначала ты уберешь девку. Зайди к Винни, я здесь подожду. Взорвешь отель, Том, точнее, слышу, бордель. Томми, Томми. Мне тут напели, что тебе нужно фейерверк устроить, да? Нужно, да. Полапаешь там телочек за дядю Винни. Не сегодня, Винни. Так, ну а что у нас есть здесь?
Блин, вот этот дробовик. Помнишь времена, когда отель Корлеоне еще был крутым? Дробовик, да? А тут у нас вот такой. 29-го года это место здорово скатилось, да. Хотя девки там, пожалуй, еще. А у меня будет позолоченный пистолет. Так, наверное, надо взять еще и нож на всякий случай. Вам с Поли еще учиться и учиться. Когда кого-нибудь валишь, убедись, что он сдох. Эх, дядька, это ты прав, конечно, да. Ну что поделать? Есть разговор. Садись. Допустили ошибку. Будем ее исправлять. Погоди, не уходи. Ты должен меня выслушать. Насчет девчонки. Мишель? Да. Я не прошу тебя убивать ее. Пусть она просто исчезнет. Этого достаточно. Ты ее знаешь? Да, был с ней пару раз. Она неплохая, Том. Даже можно сказать, хорошая. Просто глуповатая. Ну, короче, не заслужила она, чтобы ее убирать лишь за то, что она любит слушать мой треп. Думаешь, она свалит? Когда поймет, что иначе ей не жить, конечно, свалит. Вот сотня. Передай ей, чтобы она могла убраться подальше. Ладно, Сэм. Я постараюсь. Большего не прошу. За дело. Так, выключим нахрен это радио. Мишель, это та девчонка с гоночной трассы, да? Том, мы сейчас говорим о ней в последний раз. Самый последний. Я озвучил тебе свое предложение, ты выслушал. Хватит об этом. Хорошо. И причем так интересно, блин. В отеле действуй с умом. Не привлекай к себе внимания, пока не найдешь хозяина. Он думает, что он неуязвим, так что ты без труда к нему подберешься. Что еще я должен знать? Это все. Только ты не затягивай. И Лотти помер молодым, так что речи толкать будут недолго. Когда бомба взорвется, я сделаю свое дело. Ясно. Ну и вот, короче, интересно то, что... Что за жизнь такая? Да, бля, не дадут сказать. Ограничения, короче, авторских прав наложили, а чисто только что не транслировать в России. Скажи, ролик. Разве это справедливо? Это всего лишь работа. Тоже мне профи. На этот раз постарайся сделать работу до конца. Ну как ты, как я его, а? Обошел. Давненько профи? Я в храм не заходил. Подозреваю, тамошний репертуар не изменился. Последний раз они пели то же самое, что и в моем детстве. Знаешь, ты не больно-то похож на верующего. Это были похороны, Том. Как и всегда. Будто у всех вокруг одно развлечение. Палить по членам семьи. В какой-то момент мы хоронили ребят так часто, что я почти перестал ходить. Скучно там, на похоронах. Это странно. Одеваешься-то ты всегда как на похороны. Неплохая шутка, Том. Запиши ее. Спасибо. Обязательно. Вроде машинка такая какая-то вот неказистая, а прет нормально. На свадьбу я бы сходил. Там не планируешь? Ну, возможно. Вот и хорошо. А то я, Поле, устал ждать. Этот парень не сможет склеить девку, даже если весь клеем обмажется. Он еще встретит кого-нибудь. Том, даже его мамаша оставила всякую надежду. Оставь и ты. Резвая машинка, а чувак тоже, он, я смотрю, бля, еще один резвый, блядь. Здесь останови. Остановил. А, вон зона, все, понял. Я передам семье твои соболезнования. Удачи. И тебе. Блин, я думал, такси это в прошлом. Какого хрена я его подвозил?
Отель Корлеоне. Не забывайте о приличиях, ладно? Ладно. Эй, красавчик. Тебе девочку или выпивку? А может и то, и другое? Девчонку. А еще у меня есть дело к управляющему. Ну, с девочкой я помочь могу. Пойдем. Выбери ту, что понравится, и наверху вы познакомитесь поближе. Не спеши. Выпей рюмочку, расслабься и развлекись как следует. Добрый день, сэр. Здрасте. Рюмочку я не хочу. О-о-о, я обожаю таких. Что-то чем-то похоже на нее вроде. Я ищу Мишель, где она? Сейчас свободны только вот эти девочки. Выбери себе кого-нибудь и не суетись. Ты, я тебе говорю, Мишель нужна, алло. Мне надо поговорить с хозяином. Пройдите в комнату отдыха. Полагаю, вы от наших новых деловых партнеров. Ну, мне-то нужна Мишель сначала, какого хрена? А где Мишель может быть? Может, мы ее найдем сами? Она может быть где-то наверху, да? Не возьмешь мне выпить? Боюсь, что я ищу другую. Ты знаешь Мишель? Я новенькая, никого не знаю. Это ты зря. Надо было тебе уже давным-давно со всеми познакомиться. Так. Ждет. Входить только с клиентом, не раньше. Ладно. Ты знаешь правила, Дотти. Мишель сегодня здесь. Сейчас проверю. Ну что, я думаю, если мы сразу пойдем туда, сейчас управляющего искать. Мы Мишель тогда не это самое. Ну, мы ее взорвем нахрен и все. Да, но сейчас у нее клиент. Если вам нужна Мишель, придется долго ждать. У нее клиенты на весь день расписаны. Угу. И как мне быть? Хочешь повеселиться? Пойдем со мной, красавчик. Нет, я ищу знакомую. Ее зовут Мишель. Как здорово. Идем ко мне в комнату. Там ты мне все расскажешь. Мне только поговорить. Знаю, я слышу это каждый день. И ты явно не такой, как другие парни, угадала? Ну, вообще да. Где Мишель? Наверху, в комнате 208. Это все? Да, это все. Вот бы все были такими, как ты, милый. 208. Наверху 208. Пойдем наверх. Комнату 208. Я надеюсь, мы без проблем пройдем в комнату 208, и нас тут никто ни в чем не заподозрит. Комната 202. Так, 205. Алло, Мишель, ну до чего? 206. Ага, 207, 208. Это не Мишель. Ну, я имею в виду, была стоны нее. Уходи! Убирайся отсюда! Ты Мишель? Знакома с парнем по имени Сэм. Возможно, много кого зовут Сэм. Ты его знаешь. Работает на Дона Сальери. Возможно, ты выуживала у него сведения о наших делах. И, возможно, Дон Морелло заплатил тебе за ценную информацию. Нет, Сэм не верит. Я молчу, и он это знает. А Дон теряет у ему денег, потому что кто-то не держит язык за зубами. Я только посплетничала с кем-то из девчонок Морелло.
Я не хотела ничего плохого. Простите меня. Скажите Дону, я буду держать рот на замке. Я знаю. Ты уезжаешь. Простите. Прошу, простите. Страшно тебе? Слава, всегда помни о страхе, который чувствуешь сейчас. Помни о том, как твоя жизнь висела на волоске. Еще хоть раз покажешься в этом городе, тебя найдут с парой дыр в затылке. Ты поняла меня? Радуйся, что у Сэма доброе сердце. Давай одевайся и вали, скоро здесь все взорвется. Исчезни, и мы будем в расчете. Так, ну, то есть он еще не совсем конченый. Не стал он просто так девчонку валить, как говорится. Мишель, завтра ты весь день развлекаешь людей Морелло в номере 208. Я буду внизу в комнате отдыха. Буду отправлять их к тебе. Делай для них абсолютно все, чего они потребуют. Начнешь жаловаться, лишишься работы. На улицах полно девок, желающих занять твое место. Если хочешь убедить меня передумать, поднимайся на последний этаж и иди ко мне в кабинет. И не забудь надеть то золотистое бельишко. Оно мне нравится. Так, это босс писал, да? Поднимайся на самый верх. Убейте управляющего в комнате отдыха. Это фигня какая-то, я пришел не туда, куда мне надо. Так, а мы можем еще выше уйти? Почему-то какие-то патроны. Тут снайперка, да? Винтовка. У меня дробовичок есть. Есть же? Да, есть. А может вместо дробовичка... Блин, хрен его знает. Ладно, пойдем пока так. Хотя дробовик я, наверное, в любое время возьму. А чё, всего 5 патронов? Так, ну ладно, давай попробуем. Так, с винтовкой походить. Блин, лифты не работают. За управляющего он мне сказал, проходите туда. Типа он там. Будет долгим и плодотворным. А я не хочу его так убивать. Банк был длиннющий, денег мало, а людей полно. Потому что если я сейчас оружие отсюда достану, то у меня все хана сразу. Не
и свалить отсюда хрен получится, да? Блин, ну тут капец, короче, придется через отель этот пробиваться, мне кажется. Так, а здесь? Здесь, здесь, здесь. А это еще кто тут у нас командует? Босс старается подружиться с новыми друзьями. С чего бы? Когда эти друзья придут... А почему он в башку не убился? Да блин, а... Блин, это капец какой-то, у меня... Так, доберитесь до... да? До кабинета надо. Окей. Точно, нам же надо было до кабинета, блин, добраться. Я уже иду. Я никого не вижу. Он может присесть вообще как-нибудь? А может, наконец-то, блин, вспоминаю кнопочки. Так, ну а где кабинет? Кабинет у него, мне кажется, где-то на втором этаже должен быть. Ладно, мы сейчас тут пройдем. Ты чё, мать? Блин, ну ты что, серьезно, что ли, блин? Как они попали-то так? Где-то еще аптечка должна быть. Ну и кто? Че, кто? Мне аптечка нужна. Слушай, вот по этой карте хер поймешь, короче, куда идти. Попался.
ты попался, дурачок. По лестнице где-то идет, сука. Он, наверное, где-то там. Где-то по лестнице ходит. Короче, пистолет, как мне кажется, здесь в игре такой самый этот. Сейчас попробуем из этого, конечно, пострелять, но мне кажется, это чушь. Пистолет вообще тут рулит. Мне кажется, мне из пистолета удобней. Так, этих не трогаем. А кто? А кто? Где? Блин, я не видел, свет так светит, а ей не видно было. Патроны. Блин, ну давай еще с этим походим, ладно. А, ну все правильно, нам же надо в кабинет, чтобы взрывчатку установить. Мочи, мочи его. Что там за, блин, пулеметчик, а? Блин, он так что-то... Из винтовки вроде бы стреляет, но что-то не лучше, да, блин, чем из пистолета. Кто тут из автомата поливал? Золотой ствол. Бам. Так, заберите деньги, документы.
Дорогой мистер Морелло, вас могут заинтересовать следующие наши клиенты. Если потребуется, я предоставлю все нужные подробности. Несколько городских советников и один конгрессмен, руководящие сотрудники Федеральной налоговой службы, заместитель директора управления Тюрем, начальник бюро сухого закона при управлении полиции Лост-Хевена. Помимо этого, кое-кто среди помощников Сальери неравнодушен к нашим девочкам и любит потрепаться в постели. Мы не упустим ничего, что могло бы вас заинтересовать. Искренне ваш, Гавар Дэвис, управляющий отеля Корлеоне. Так, документы, деньги. Читаем дальше. Дорогой мистер Калетти, приношу свои извинения за то, что пропустил нашу встречу на прошлой неделе. Пришлось заняться срочными семейными делами. С сожалением вынужден сообщить, что отныне наше соглашение более недействительно. Мистер Сальери был прекрасным деловым партнером все эти годы. Я благодарен ему за помощь и за ваши советы. Вместе с этим сообщением я возвращаю инвестиции мистера Сальери. Сверх того, прилагаю $100 в знак моего расположения к вам. Наши двери всегда будут открыты для вас. Отель Корлеоне не забывает своих друзей. Искренне ваш Гавар Дэвис, управляющий отеля Корлеоне. Так, установите бомбу. Надо было полагать. В отеле стрельба. Всяко кто-то услышит. Ха-ха-ха, нормально, братан, пойдет. Подождите, вы даже... Найдите способ уйти по крышам. Да идите вы нафиг. На крыше. Думал от нас убрать, не думал укрытие. Боже мой, я у нас. Я не знаю, мне что в полицейских стрелять. Что-то дичь. Мне не нравится. Уходите по крышам и ведет меня совсем, блядь, в другую сторону. Да ёб твою мать. Ну, короче, я так это понимаю. Видишь, я не хотел трогать полицейских. Все-таки, блин, я не настолько оборзевший, да, чтобы по полиции стрелять. Хорошо. Если вы хотите так поиграть, ну ладно, давайте будем убивать полицейских. Видели на крыше? Он вооружен. Я посылаю за этим типом всех, кто у нас есть. Поднимайтесь за ним. Thank you.
Как они, блядь, откуда, блядь, они меня видят? Я вообще не одного. А вот мы тебя ждем. Подожди. А, не, не буду я из этого стрелять. Зря вы меня ждете. Ну, блин, как говорится, раз пошла такая пьянка. Он удрал. Черт, тут ничего. Ищем ничего. Дальше. Идем поищем там. Так, ладно, он сюда не пошел. Ничего, идем поищем там. Он куда сейчас пойдет? Ну все, рано вам. Вы, ребята, меня сами вынуждаете. Нихера себе за светик. А куда здесь? Угу. Похоже, блин, ушел. Ну, все равно, стрелял уже в представителей власти. Там он сейчас, видишь, он же как бы типа дает интервью, да, мы играем. Он рассказывает про то, как там что было, то сибоси, короче. Ну, ты все равно охереть, как нарушил закон, поэтому, блин. Ну, по сути, ты работал на мафию. Ты как бы низко мы не пали, смерть — это искупление для нас. Уильям был грешником, верно? Но также он был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. И во имя этих качеств мы помолимся о спасении его души. А сейчас, я думаю, спасибо, отец. Я хочу отдать дань уважения. Билли, я никогда не говорил, но ты был мне как брат. Бог знает, сколько раз ты выручал меня в передрягах. Не знаю, как я буду... Что вы здесь делаете? Стойте! Это ведь он! Тот гад, что убил Билли! Пожалуйста, хватит! В чем это Билли был? Все сюда, живо! Убейте Джонни! Как-то вот я даже не знаю.
Я просто даже не вижу, откуда он там стреляет, но их где-то двое вон там. Да? Или это я тебя нашел? Что-то как-то вы меня находите странно, мне к вам приходится идти. Да ёб твою мать! Блин, у меня всего 37. Так, вот он, я его одного вижу. Еще минус. Мне это нравится. Что вы наделали? Убийство в доме Божьем? Они преступники, отец. Так ты тоже преступник. Воры. Насильники. Убийцы. Но Господь принял бы их. Попроси они о прощении. Может быть, они могли бы помочь бедным во искупление своих грехов. Или могли спасти чью-то жизнь. Не могли бы, отец. Ах ты, мразь. Если хочешь исповедаться, лучше поторопись. Хватит крови, прошу! Простите, отец. Можете считать это божественным возмездием. Теперь мы квиты? Да. Пока что. Это компенсация. Мне не нужны грязные деньги. У них вы взяли. Как по мне, особой разницы нет. Это за то, чтобы залатать тут дыры от пуль. И за ваше молчание. Копам скажете, что у стрелков был акцент с восточного побережья. Откуда-то издалека. Ясно? Я не буду лгать. Просто ничего не скажу. Ладно. Мы бы очень не хотели возвращаться. А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. И где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Я же вас в землю закопаю, сукины дети! Парни, тут можно схватать свои раны! Не дайте ему выбраться! Так, а нам что надо? Ты издеваешься? Так,
А он там бежит, нет. Давай, 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 садись. Богатым на сюрпризы. Да ё... Охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился, но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Вали нахер. Они там что, блядь, сквозь этот проезжают, что ли? Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Как мне от них валить-то? Жми, Томми! Сбрось их! Стараюсь. Так, мне получается надо... Там на центральном острове подозреваемый исчез. Продолжайте поиски. Мы засекли его. Судя по докладам, уже окружают. Не-не-не! Как вы, блядь, могли меня засечь, но... Заграждение установлено, подтверждаю. Ну, это, конечно... Полная чушь. Я не могу проехать, а они как будто, знаешь... Ладно. Да, блядь, заебали. Да чё за херь, блядь? Дичь вообще. Вот эти погони, конечно, меня что... То, блядь, в GTA, что во второй этой мафии. Но это вот реально это дичь, потому что... А ты где был, твою мать? Их парни узнали меня, едва я зашел внутрь. И тут же выставили из церкви. Где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли! Надо убираться отсюда. Убийцы подозревают... За тобой! Парни, отцепите церковь! Не дайте ему выбраться! Они лезут и лезут! Давай, лезь! Ты издеваешься? Давай, садись! Денек выдался богатым на сюрпризы. Блин, эта машина вообще у попов не едет. Ну и тем не менее, да?
от того, что ты устроил в борделе? Да, там ад творился, но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Смотри, как, блядь, он меня так догнал? Я еду на такой же машине, как у него. Они еще не отстали? Вроде нет. Должно быть, собрали всех легавых в городе. Пиздец, блядь, ну что это такое? Ну ты можешь назад, сука, сдашь, блядь. Короче, я еще раз пробую, и нахер мне это надо. А ты где был, твою мать? Все, давай. Ты тоже, ты можешь, епта, шевелиться, заколебал. Где они сейчас? Там же, где и эти. Пошли, надо убираться отсюда. Парни, отвлеките церковь! Не дайте ему выбраться! А мы не можем никуда свалить. Тут все закрыто, да? Ну просто чтобы сбежать, мы как бы, да, не получится. Или получится? Тебя выкури, блин. Не, здесь, наверное, вряд ли. Тут, наверное, и задумана погоня. Зайди с фланга. Стройтесь с Сэмом. Я не понимаю, кто там, блин, с кем. Доставай пушку. Вали копов. Но они же не кончатся, эти тут офицеры. Почему нельзя куда-нибудь там, да, наверх, там, с другой стороны выйти просто? Стоп! Их тут прибыло! Да, где? Или можно все-таки, смотри-ка. А, ни хера нельзя. Мы на улицу можем выйти только там. Ты что? Сюда приперлись остальные! Сюда приперлись остальные! Всем машинам, всем офицерам нужна ваша помощь. А когда они уже кончатся? Ну а тут все, хана. Короче, они тут... Они не кончатся здесь. Еще один тип нас заметил. Ну а смысл так? У нас получается 5 звезд розыска. Попался. Зайди с
Перебить мы их всех теперь уже точно не перебьем. Они так и будут лезть. Но мы уже от них просто не уедем. Да, денек выдался богатым на сюрпризы. Ты веди! А то и правда на кладбище уедем. Подозреваемый затерялся в деловом районе. Мы его найдем. Да, блядь, давай! Потеряют меня, нет? Копы прямо охренели от того, что ты устроил в борделе. Да, там ад творился. Но я все сделал. Вообще все? Да, вообще все. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем в другое. Ух, оторвались. Так. Постараюсь забыть этот день как можно скорее. Не говори. Главное, чтобы они нас не попалили. Судя по всему, отлеживаться мы будем очень долго. Не парься. Священник будет держать рот на замке. Мы надрали за Морелло. А тебя с поля уже не обвинят в убийстве сына Гелотти. Все. Босс будет доволен. Но там он тоже полиция. А ну-ка выходи-ка, чувак, пошли-ка в другую тачку. Ну, хотя им, по-моему, без разницы, в какой мы там машине. И тут главное... Давай, нас еще дела ждут. О, копы нас засекли. Блин. Ты что, бросишь меня тут? Поехали! Так, ну чё, розыск, давай, снимайся. Он ушел. Вернитесь к патрулированию. Поймаем в другой раз. Вот сейчас получается, если мы не будем ничего нарушать, нас все, даже полиция теперь же не должна трогать, правильно? Мы работаем или как? Чё ты ноешь? Мы едем. Ты бы мог бы бегать побыстрее? Может, мы бы с первого раза скрылись, а то, блин, пока тебя дождешься, пока ты придешь в эту машину, блин. Ёкарный бабай, мы столько копов положили. Давай, нас еще дела ждут. Что, опять вчера всю ночь квасил? Идем уже. Это он сейчас про что? Я вообще не понимаю. Ты что, бросишь меня тут? Поехали! Что-то, по-моему, скрипт какой-то там заклинило немножко. Ну ладно, бывает. Ничего страшного. Дел, Томми. Мы работаем или как? Мы работаем. Я работаю, ты сидишь, ноешь. Давай, нас
еще дела ждут. Сэм, спасибо, что помог мне. Я уж было думал, мне крышка. Ты бы сделал для меня то же самое. Знаю, но когда понимаешь, что жизнь на волоске... Господи, до чего паршивое чувство. Мне-то можешь не рассказывать. Просто не думай об этом. Вообще ни о чем не думай. Это самый главный мой тебе урок. Итак, на этом заканчиваем сегодняшнюю серию. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч.